Прохор Шаляпин, который сказал, что делает все для того, чтобы быть бедным, периодически связывается с богатыми дамами преклонного возраста. Очевидно, его 25-летняя Пася подарила ему квартиру. Дмитрий Нагиев женится во второй раз. Дмитрий тщательно скрывает жизнь своей любви. Жители Нагиев и АВСШ должны разделить лишь в 2010 году. Российский певец и юморист Тимур Габризов никогда не любил показывать общественности участие жены. Но не прошло время, и он согласился на фотосессию. Представляю ее вашему вниманию. Известный музыкант Андрей Николаевич написал еще одно письмо. Снова совершает, чтобы предусудить. Он понимает, что уже достал, но кроме волны, не могу молчать. Они отменили показ культового сериала «Дерек» за службу главного артиста в «Эсфахлес». Актер Хостаггер, игравший электрополитного Штефана Дерека, оказался бывшим бойцом дивизии СС «Дорога Глава». Он попал туда в 1942 году и даже убил. Индонезийских шонеров обвинили в глупости Китая. Виной всему стало 7-минутное видео, на записи девушки чередуют решаемые линии с омосексуалением популярного. Разрешено ли законом выращивание мака в цветке? По закону сажать мак, даже ради красоты, на полную нельзя. Это растение входит в перечень растений, содержащих наркотические средства. Мак на... Чемпионат мира по хоккею готовит в Швеции и Финляндии. 3 мая российская сборная предстоит защитить завоеванный в 2012 году титул сильнейшей команды мира. Разрешено ли законом выращивание мака в цветке? По закону сажать мак, даже ради красоты, на клубе нельзя. Это растение входит в перечень растений, содержащих наркотические средства. Мак на грядках грозится довольно штрафом до 300 тысяч рублей. Похороны Березовского, понедельник, 6 мая. 67-летний Березовский был найден мертвым в ванной, например, как утечки от входа Крансберг-Беркшир. На шее был узел удавка и шапка. Другая часть шарфа висела с перекладиной дюжи. Полиция не находит основания для того, чтобы говорить о том, 5 мая «Светлое Христово». В переводе с древнеегипетского слова «Пасха» означает «переход от смерти». Поначалу так назывался «Египетский праздник» в память избавления